Немцы. Почем? 440. 440. Фашистский, да? Ну-ка, открою его. Есть там что, нет? Есть. Угу. Дуля с маком. Детская. Ничего интересного. А, ключник какой-то 360, но мертвый какой-то. А, надпись есть. Это все копии, блин. И в ручке все. Вот опять лысый, да? Мы его посмотреть можем? По-моему, да. Мы его смотрели. Да? Да. Да. 240 пехотник. Пороховница 24. Кожаная морская какая-то. 340. Это 215 1728 с дозатором даже. А? С клеймом, это четкий. Четкий, да? Так он 960. Ага. 135. 260. Каска. Выше. 550. Диринджер. Это 22-й, это 22-й. Перечница. А сколько он? Вот прайс. Русская модель. Модель вторая. Нет. По-моему, третий. Тоже не русский. Вот он. Русский. И этот. Но этот что-то со скобой. А этот без скобы, сейчас скажу. 24-69. Тот 71-й, 78-й приклад. Приклад. Прикольно. Самое интересное, что она со штыком. Револьверная винтовка системы Лефаше. Но она дешевая, да? 2200. Дорогая, 2. А этот штык покажи, вниз опусти. Я, Джесс.
А чей штык-то ход? Непонятно, специально для нее сделан. Спроси минимум прайс. Give me your price. Thousand. Thousand. No? Попался. Палаш, так ну плохо видно. Ну-ка обувь покажи. Плохо видно. Что там, Златоуст, да? Октябрь 1830 года. Наш палаш. Тяжелая вещь, да? Тяжелая. It's correct price. Он тебе сказал вместе с этим. С винтовкой, блядь, купишь револьверной. Russian. Золотые часы русские. Вот. Видишь, что-то нет? Сомневаюсь. Куда? Где она была? Во, он его заберет, ты чё? Так вы нашли этот бедненький стол. Правда, отсвечивает все. Ну, все в оригинале. Все так, в оригинале. Ничего этого. Такого особенного нету. Продается вот. Интересная карусель. Это Франция. Подожди. Как называется, прочитай? Ларон. Ларон, да? Да. А, так был вроде какой-то у тебя такой. Да. Второй. Это этот. Как называется? Как называется этот? Этот. Не знаю. Дельвини. Дельвини? Да. Yeah. It's model. Monsieur, it's model Дельвини. Yeah. Hey, what price? Do. Шара. Шара. У данных продавцов очень хороший выбор, очень много интересных вещей. Также они очень-очень часто бывают и в Сине, и очень часто бывают на крупных выставках. Хороший стол всегда. $1700 за два. Все, чё?